Страховые компании теперь оформляют полис ОСАГО в электронном виде. С января этого года купить полис можно, не выходя из дома, на сайте компании. Главное – правильно заполнить документы. Прежде чем отдавать свои деньги страховой компании, проверьте ее легальность на сайте Банка России или Союза автостраховщиков. Если страховщик работает официально, можно заводить личный кабинет и оформлять заявление на покупку ОСАГО. Документы попросят те же, что и в офисе компании, и они также будут проходить проверку на подлинность. Иногда бывают ситуации, когда проверка не прошла, потребуются сканированные или скриншоты, то есть нужно предъявить копию паспорта, копию водительского удостоверения, копию диагностической карты, то есть фотографируете, прикрепляете эти файлы, отправляете в страховой компании. Оформление электронного полиса – это альтернатива, позволяющая выбрать наиболее удобный вариант страхования автомобиля. Но страховые компании обязаны предоставить вам эту услугу, а распечатанный электронный полис имеет точно такую же силу, как и бумага, выданная в офисе компании.